Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о второй части периода успеха. Следующая вещь, с которой мы в обязательном порядке столкнемся в это время, это явное напряжение между работой и домом. Мы начинаем, вернее, давайте так. Мы настолько натянули вот эту резинку между домом и работой, которую мы растягивали все эти годы, пытаясь удержать связь и там, и в это время происходит некий, вот знаете, водораздел, когда дальше растягивать уже нет никакого смысла, потому что связь в обязательном порядке порвется. Именно в это время происходит большая часть разводов, основанных на карьере. Когда человек устремляется к достижению карьерных высот, именно здесь рвется связь с семьей и происходит больше всего разводов. Это еще одна, знаете, такая вот местность, что ли, нашей жизни, где нам нужно хотя бы на некоторое время остановиться для того, чтобы просто поразмыслить, не будет ли карьера стоить нам слишком дорого. Не будет ли впоследствии сожаление настолько горьким, что мы просто не перенесем этого? Что главное быть частью какого-то бизнеса, достичь каких-то высот? Или же все-таки жена, дети, родители, люди, которые любят нас? И я бы не советовал выбирать карьеру, потому что она не даст вам того, в чем вы будете нуждаться, когда придет старт.